Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Игру Престолов от Telltale Games. У нас серьезные проблемы. Девочка Сильви не хочет нас вести в Северную Рощу. И это печаль, на самом деле. Интересно, она когда-нибудь видела ледяного паука? Надеюсь, нет. Фу, это та штука, которую пил Коттер. А не так уж и плохо. Просто копье. Интересно, почему она его не носит? Чё скажешь, Финн? Что ты тут забыл? Там такой костер. Я не собираюсь якшаться с гребанными одичалами. Да ладно тебе, дай им шанс. Я и дал. Смотри, что из этого вышло. Прости, что впутал тебя во все это. Правда. Ты не виноват. Я сам пошел. Кто же знал, что все так обернется? Ладно тебе, Финн. Ты здесь себе зад отморозишь. Пожалуй, ты прав. Перед смертью лучше согреться. Так, ну давайте тогда вернемся, пообщаемся. Не знаю, может быть что-нибудь... Придем к какому-нибудь, я не знаю, консенсусу. Я пошел явно не туда. Надо было вот, по-моему, сюда сворачивать. Я не понял. Опа, ты смотри. Заяц. Твою мать. А еще громче нельзя? Извини. Никогда прежде не встречала ворону. Извини за то, что чуть не убила тебя. Хотя тогда бы я сделала тебе... На севере полно тварей, желающих убить ворону. Великаны, тены, сумеречные коты и ледяные пауки. Я больше не ворона. Это теперь в прошлом. Ворона — это навсегда. Так они всегда говорят. Не спугни наш обед. Зоид. Черт. Не против, если я стрельну? Дерзай. Ты умеешь с ним обращаться? Ты ведь не выстрелишь мне в ногу, да? Я справлюсь. Проверь, что целишься в нужную сторону. Твою мать. Черт. Это ты называешь «я справлюсь»? Попробуем в другом месте. Давай, я сейчас натяну сначала тетиву. Ну, вообще, кстати, в реальности долго натянутую тетиву держать сложно. Потому что... Тихо. Сейчас он прыгнет еще вперед. Давай. Ты куда собрался? Ах ты хрен. Перенервничал? Да. Может, и в другой раз, Гард. Что ж, раз уж еды у нас нет... Что это? Ужин. Сытым не станешь, но на какое-то время пропадет чувство голода. Хотя бы не придется переживать, что ты в меня попадешь. Ты терял кого-нибудь, Гард? Кого-нибудь, за кого сильно переживаешь. Кого-нибудь, без кого не сможешь жить, если больше никогда не увидишь. Я потерял семью. Сперва мать, потом сестру и отца. Значит, тебе знакомо это чувство. Коттер и я, мы тоже потеряли все. Да и друг друга мы едва не потеряли.
Я думала, что в этот раз он не вернется. И я не рискну потерять его снова. Даже ради Северной Рощи. Ты что-то знаешь о ней, да? Только слухи. Но не обнадеживай себя. Она того не стоит. Значит, она и вправду существует? Я этого не говорила. Но исключать такой вариант нельзя. Несколько лет назад один из кланов замерзших рек отправился на ее поиски. Они наслушались истории, что там холод не сможет коснуться их, что там безопасно даже во тьме зимы. Поэтому они ушли, полные надежд. И никто из них не вернулся. Может, они и там остались? Может, им там понравилось? Вольный народ нигде не задерживается подолгу. Ты бы знал это, если... Гаррет! Что случилось-то? Котор! Какого хера? Финн! Осторожно! О, господи. Блин, еще человек-сосед вовремя стучать начал, я аж испугался. Похоже, мы пришли. Мы явно не на месте. Так с кем мы имеем дело? Бойцы из ям. Двое выходят на арену, но выходит только один, и так день за днем. Лишь одно правило – убивать противника. Те, кто выживают, способны на все. Пусть они и обезумевшие дикари, но один боец из ям стоит 10 наемников. Главное – убедить их сражаться за тебя. А это будет непросто. Даже не пытайся очаровать их или договориться с ними. У меня достаточно золота, чтобы заплатить им всем. Осторожность не помешает. Ядрёна мать. Ну и местечко, я хочу вам сказать. Вау! Знамя Таргариенов. С выражения господ, наверное, это греет тебе душу. Никто их не сверг, они лишь преклонили колени, а когда они встанут на ноги, то станут опасными, как никогда. Да, кровь повсюду, он грудит. Ух, ё. Что ты наделал? Какого хера? Поверь мне, Эшер, лучше не вмешиваться. Да, хорошеньких мы ребят найдем. Твои друзья времени не теряли. Будем надеяться, что нас такая участь не постигнет. Здорово. А, и еще. Чужаков они не жалуют. Да и вообще всех, кто проявляет слабость. А в особенности они не переносят благородных неженок, вроде тебя, братец. Думаю, впереди им будет приятно увидеть знакомое лицо. Если им не понравится, что мы пришли без приглашения, то положение не спасу даже я. О, да это же Бэшка, мать ее, Василиск! Мы просто хотим поговорить с Амайей. Ты можешь, а вот букашка, что прячется у тебя под юбкой, нет. На счет три ты развернешься и свалишь отсюда. Господи, это же мясник. Раз. Два. А он мне нравится. Эй, Амайя, у нас гости. Да. Не, ну я показал силу, все окей. Это бойцовая яма? Некоторые господа никак не могли насытиться боями, поэтому они построили свои собственные ямы, где они могут творить все, что захотят. Ha 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 ha!
Идем, 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 идем. Один из господ, я так понимаю. Ну да. Это они за свое рабство. Ничего удивительного, сколько в них злобы и ненависти-то, а? Скопилось за все время, пока они были рабами. Это Майя? Держи свой хер в штанах, братец. Она ведь отрезать его может. Ну, здравствуй. Мало кто смог пройти сквозь звери. Видимо, вам позарез что-то нужно. Итак, выкладывайте. Пока я не приказала перерезать вам глотки, у меня есть предложение. Думаю, оно заинтересует тебя и твоих людей. Если бы ты хотел заинтересовать меня, то не пришел бы сюда вместе с ней. Амайя, прошу, что ты просишь? У меня была подруга Василиск, но она умерла много лет назад. Я заслужила свою судьбу. Ты бросила меня. Всех нас. Сражаясь бок о бок, мы были богинями бойцовых ям. Если у тебя есть претензии к Бэшке, высказывай их мне. Ну, и что же тебе нужно? Почему мы не должны разорвать тебя на кусочки и скормить зверю? Короче, сам решай. Ну окей, сейчас разберемся, господи, какие маленькие ручки там у чувака были сзади. Мои враги в Вестеросе могучие и кровожадные. Они намного хуже любого вашего господина. Мне нужны бесстрашные воины, чтобы сокрушить их. Считаешь нас наемниками? Мы не вмешиваемся в чужие войны. Мы бойцы из ям. Художники, что рисуют кровью. То было вчера. Теперь бойцовые ямы закрывают. Теперь вы свободны, вольны делать все, что захотите. Неужели ты не понимаешь? Ты права, мы свободны. Так зачем же нам очередной лидер? Ни один из господ больше не властен над нами. Я озолочу вас. Ваши господа использовали вас, они наживались, проливая вашу кровь. Но я предлагаю вам шанс заработать лишь для себя. Амайя, поверь мне, у него достаточно золота для всех вас. Ты хочешь возглавить этих бойцов? Сперва завоюй их доверие. Нельзя познать человека, пока ему не пустят кровь. Ты должен показать им, что умеешь сражаться. Хорошо, с кем? Как насчет вашего пузатика? Разве что в мечтах. Его зовут Кровавый Барт. Он злобный, бесстрашный и быстрый. И он китаец. Никогда раньше его не видела. Были противники похуже. Как они звали того жуткого с парой топоров и татуировкой черепа там, в лисе? Как же там было? Мор? Чума? Каратель? Ах да, Каратель. В любом случае, он мертв. Что ж, думаю, мне стоит разобраться с ним. Итак, кто же ты у нас такой? Со своим топориком и опрятной белобрысой бородой. Я могу запросто отыметь тебя раком и уж убить, тем более. Я рад, что тебе понравилась моя борода. Ну, спускайся. Посмотрим на твою кончину. Если я погибну... Да. Ты вернешься в Вестерос, чтобы убить столько Уайтхиллов, сколько сможешь. Нет. Я потрачу все твое золото на отборных шлюх. Эй! Они нужны мне! Будешь сражаться нашим оружием. А вот это внезапно. Ну ладно, начинаем.
Вы все видите этого явного вестеросца? Он прибыл, чтобы приказывать нам сражаться так же, как приказывали нам господа. Я убиваю не потому, что мне приказывают. Я убиваю ради удовольствия. Ты грязно дерешься. Мне нравится. Выбери оружие и постарайся не умереть. Лишь один из вас покинет яму живым. Пусть победит сильнейший. И это буду я. Ну погнали, первое, что я успел увидеть. Ну, квиктайм-ивенты, не подведите меня. Опа! 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 Нравится? А я думал, ты быстрый. Черт. О, хорошая вещичка-то, а? Чувак, у меня преимущество, у меня длиннее. Тебе будет легче, если я перестану двигаться. Возможно. Опа. Шлюхин, ты сын. Последний шанс, Вестеросец. В этот раз удача тебе не поможет. Не хочу огорчать, но дело не в удаче. Ну-ка. Опа. Ты готов, Вестеросец? Более чем. Будет больно. Тихо. Твоя смерть будет прекрасной. Разве вы не хотите посмотреть на это? Ты дохрена выпендриваешься. Слышишь это, дружок? Мы не можем заставлять толпу ждать. Один чувак так кричал, и Грегор ему раздавил голову. Нет, чувак, не получится у тебя ничего. Опа! Я же нажал! Я готов, Вестеросец. Не смей отступать. И не собираюсь. Взгляните на этого испуганного мальчишка. Он боится своей гибели. Давай. Он ему шею сломать пытается. Смотри, что делает, да? Я смогу. У меня все получится. Давай. Вставай, Эшер. Мать твою, вставай, давай. Оба. Нет, чувак, ты не встанешь. Эшер! Я же говорю, у меня все получится, я чудовище. Убей его! Прикончи его! Убей! Раз уж я играю в вашу тупую игру, придется следовать вашим тупым правилам. Чуваку надо было меньше разговаривать и больше драться. Вашего прежнего чемпиона больше нет, как и ваших господ. Вы можете остаться здесь в Мейрине ни с чем, или же вы можете пойти со мной. Я выбрал вас не просто так.
Вы достойны большего. Вы достойны большего, чем умирать ради чьей-то потехи. Сражайтесь вместе со мной, у вас будет слава и золото. Если у вас хватит смелости последовать за мной, мы отплывем на рассвете. А что до тех, кто слишком труслив, чтобы пойти со мной? Ну и черт с вами. Да, мы мужики. Шикарно. Так, а у нас тут проблема с белым ходоком возникла. Я знала их. Что они такое? Сюда! Сюда! Твою мать, вот сейчас еще и Котора убьют. Это же Гора Престолов. Здесь вечно кто-нибудь подыхает. Боюсь, белого ходока так не убить. Они не умирают. Убить можно всех. Попробуйте отрубить голову. Твою мать. Кто-нибудь. Финн, держись. Давай, давай, отруби. Ни хрена себе! А вот это новость! Черт! Тело продолжает двигаться. Или нет? Черт! Почему они не умирают? Нужен огонь, иначе их не убить. Точно, точно, их же сжигали. Твою мать. По ноге, по ноге. Пускай падает. Да-да-да, хватай, хватай. О, черт. Быстрее бери. Белых ходоков убивает огонь. Поджигай. Где Финн? Он был там. Понятно. Все равно он умер. Финн. Ёпперсете. Они повсюду. Бежим в северную рощу. Нам нужно держаться вместе. Бежим! Живо! Надеюсь, ты не ошибаешься, Гаррет. Я тоже на это надеюсь. А, да, у нас же Мира увели, а я уже что-то забыл про нее. Интересно, что ж там будет за разговор-то? Серсея, ваша милость. Покои моего брата тебе знакомы, не так ли? Без сомнений, ты бывала здесь и раньше. Черт, она все знает. Да, ваша милость. Хотелось бы думать, что мы честны друг с другом. Тем не менее, ты очень любопытная, верно? Ты сказала, что верна короне, однако твоя верность леди Маргери оставляет желать лучшего. Вы мною недовольны, ваша милость? До меня доходили слухи, что времени ты не теряла. Скажи мне, ты считаешь себя честной, верной служанкой? Вас, северян, трудно прочесть. Это не просто, ваша милость, но я делаю все необходимое. Как и все мы. Я стараюсь не относиться предвзято к таким людям, как ты. Однако,
Лукан сказал, что ты пробралась на пир в честь коронации Томмина. Как у тебя это получилось? Я делала все необходимое, ваша милость. Мне сказали, что ты вынудила одну девчонку провести тебя на пир. Значит, тебе не нужно использование людей. Тебе не чуждо использование людей в своих целях. Это хорошо. Почему ты так безрассудно рисковала своей жизнью? Ради чего? Моя семья все еще в большой опасности, ваша милость. Мое присутствие на пиру было необходимо. Семья. Это удобная отговорка, которой мы себя успокаиваем. Полагаю, все это завязано на твоих проблемах с лордом Андресом. Ты была такой занятой служанкой. Полагаю, леди Маргери ничего об этом не знает. Нет, ваша милость. Ты уже не в первый раз скрываешь от нее правду. И это совсем не гложет тебя, верно? Скажи мне правду. Я лгала ей в прошлом, но больше этого не повторится. Ты умная девочка, не правда ли? Похоже, я ошиблась, приняв твое северное упрямство за глупость. Теперь я вижу, что это не так. Ты хитрая девушка, и, возможно, ты сможешь мне помочь. Ваша милость. Ты очень сдружилась с моим братом Тирионом. Мне нужно, чтобы ты поговорила с ним до начала суда. Я хочу знать, кого он намеревался позвать в качестве свидетеля. Ты окажешь услугу короне. Я буду рада помочь вам, ваша милость. Это будет непросто. Тирион умен. Тебе придется скрывать свои намерения, иначе он ничего не скажет. Ты можешь оказаться полезной пташкой. Полагаю, ты сделаешь все как надо. А я тем временем улажу твои проблемы с лордом Андресом. Спасибо, ваша милость. Он все равно никогда мне не нравился. Вряд ли кто-то будет по нему скучать. О, как. Черт побери! Вот от кого я помощи не ждал, так это от Серсеи. Реально. Чтобы Серсея мне помогла? Да ладно, ну это не может быть. Думаешь, мы зря наняли этот корабль? Не знаю. Ты выдал неплохую речь, братец, но кто знает, прислушались ли они. С тех пор, как ты оставил меня на растерзание дракону. Я много думала о том, чтобы остаться здесь. Не ехать с тобой в Вестерос, чтобы спасать твою семью. Правда? Я была зла. Но ты моя семья, как бы там ни было. Я пойду за тобой куда угодно, братишка. Главное, не угробь нас. Думали, мы позволим вам уехать без нас, Вестеросцы? Говорят, что ваша родина богатая и процветающая. Прям как созревший плод, осталось лишь сорвать. Мы возьмем все, что захотим, и убьем всех, кто встанет у нас на пути. Можете брать все, что не прибито гвоздями, но мой дом не трогайте. Это зависит от того, насколько твой дом богат. Я покажу им их койки. Бешка не преувеличивала. Малкольм, ты пришел. А ты нашел нам солдат. В Железном холме будут рады твоему возвращению. Ты через многое прошел ради них. Я в тебе не сомневался. Чего Дейенерис от тебя хочет? У нее есть задание для меня. Но не считая этого, она ничего мне не сказала. Если ты позволишь, я хотел бы помочь ей вернуть Железный трон. Представь, каким союзником она станет для дома Форестеров, если добьется успеха. Здешняя жизнь сделала тебя лучше, племянник. Спасибо, дядя. Ничего бы не вышло, если бы не ты. Ты был хорошим наставником. Ты сын своего отца, Эшер. Несмотря на ваши разногласия, он бы тобой гордился. Я пошлю ворона в Железный холм, сообщу Родрику, что ты отплыл в Вестерос с... наемниками. Я буду поддерживать тебя морально в грядущем деле. Наверное, Ашер. Деле. Эшер. Железные изо льда. Железные изо льда. Отчаливаем!
как я быстро ачивки получаю, просто с ума сойти. Ну и давайте, друзья, на этом моменте мы закончим эту серию. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Twitch канал. С вами был Артём, всем всего хорошего, пока!